Мы привыкли, что основные проблемы городов связаны с их ростом. Но это совсем не всегда так. В России 1100 городов. Из них 700 не растут, а уменьшаются. Это почти 63%. Что делать с растущим городом, понятно. Строить дороги, строить жилье и коммуникации. А что делать, когда город сжимается? Тем более, если город северный. Из Воркуты люди начали уезжать еще в 90-е и до сих пор продолжают. В обычном российском городе большая часть жилья частная, приватизированная, а меньшая – городское, муниципальное. А в Воркуте все наоборот. Большая часть жилья принадлежит городу. Когда люди уезжают, все расходы ложатся на город. Кроме того, в опустевших кварталах плохая криминогенная обстановка и вообще заводится бог знает что, кто. В общем, бог его знает. Люди, которые там остаются, тратят много времени на то, чтобы добраться до работы и вообще до цивилизации. Надо уплотняться. В центре ближе до работы, а жизнь удобнее и вообще жизнь. Те за ближайшие 6 лет собираются переселить из старых домов и опустевших поселков в центр почти 1800 семей. Тех средств, которые шли раньше на поддержание опустевших районов, хватит на ремонт квартир поближе к центру для новых жильцов. А может быть и не только. Рост не обязательно хорошо. Иногда уменьшиться тоже неплохо. Полную версию материала о контролируемом сжатии городов на примере Воркуты читайте на